Максим, скажите, вам насколько часто приходилось строить финансовые модели до сих пор? Ну, учитывая то, что моя работа связана с построением финансовых моделей, то вот тот год, который я работаю в ПМГ, я практически ежедневно строю финансовые модели. А из материала, который вы сегодня услышали, вообще за эти три дня услышали, что-то было новостью? Для меня был очень полезен весь материал, и здесь, с одной стороны, был дан некий теоретический обзор, теоретические основы построения моделей. С другой стороны, очень полезные вещи, касающиеся стандартов построения моделей. А, например, что до сих пор в построении моделей вы делали по-другому? Ну, это какие-то вещи, это некая систематизация знаний и вещи, которые касаются вот единого стандарта оформления. И с одной стороны, например, в КПМГ есть некий стандарт, есть некая такая своевольность в построении каких-то вещей, в оформлении, и вот эту своевольность можно заменить на более строгие правила, которые рассказывали здесь. Что касается построения сценариев, вы будете будет ли их проще делать, или узнали ли вы новые методы по их построению? Ну, я думаю, что все-таки новые методы я, наверное, не узнал, потому что КПМГ дает довольно полную информацию о сценариях и о правилах построения. Но все равно для меня этот опыт был очень полезен. Понятно. Как думаете, вашим коллегам стоит на такие же аналогичные тренинги посетить? Я думаю, что младшим коллегам стоит. Спасибо. Спасибо вам.